Харків є, який платить до 25 тисяч оренди в год, продається за 50 тисяч гривень. Вернее, предполагаемо, пока он не продается. И тут таких объектов несколько. Я не понимаю, Владимир Васильевич, буду требовать сегодня у вас объяснений, каким образом по проспекту Октябрьского, 44А, группа хозяйственных объектов, а конкретно база вторсырья, которая находилась на балансе Николаев-Коммунтранс, была передана в свое время, у меня есть на это все документы, к ЖЭПу Пивди. Зачем к ЖЭПу Пивди нужна была эта база? На каком основании вообще принималось распоряжение фонда коммунальной собственности? Разрешал ли это, инвестировал ли это первый заместитель городского главы Юрий Георгиевич Сидоренко? И знает ли он об этом? Знаете? Я уже поднял. Зачем жилищно-эксплуатационному объединению, еле-еле выживающим в таких тяжелейших условиях, на баланс было навешивать огромную хозяйственную базу, которая находится в районе Широкобайского моста и никакого отношения к Пивню не имеет? Там жилья вообще нет. Почему после этого она появляется на приватизации? Кто инициировал приватизацию объектов, которые могут нам понадобиться через год-два для размещения базы наших механизированных новых средств, которые мы все равно приобретем, и всего такого прочего? Что же это такое? Кто вообще нам занимается в фонде коммунальной собственности этими вопросами? Так почти по каждому направлению. Все.